Николай Римский-Корсаков, «Шахерезада», симфоническая сюита в четырех частях, сочинение 1888 года. Исполняет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Соло в оркестре. Сергей Костылев, скрипка. Мария Москвитина, арфа. Федор Землеруб, виолончель. Иван Шатковский, фагот. Антон Моисеенко, кларнет. Заслуженный артист России Олег Панин, гобой. Илья Лебедев, флейта. Заслуженный артист России Сергей Тихонов, английский рожок. Заслуженный артист России Алексей Камиш, валторна. Александр Козлов, труба. Архип Самсонов, тромбон. Дирижер Владимир Федосеев. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.